Махаться будем? Будем. Все, погнали. Йоу-йоу-йоу. Алло, привет, ассалам алейкум. У тебя что-то с микрофоном ужасное. How are you, my friend? I'm amazing. What about you, my friend? Very good, my comrade. Ну, будем, так сказать, рейди нажимать, в парке всех разваливать. Пробовал, разминался, когда последний раз играл в пункты. С тобой. Серьезно? Да. Это будет весело. Это что за карта такая цыганская? У меня эмоции не работают. Ты безэмоциональный, значит? Вы еще не использовали граффити или эмоции? Да, я в жизни еще ни разу не использовал эмоции. Так, ну нужно куда-то поставить точку в любом случае. Почему не запятую? Ну блин, папка не такая высокотехнологичная игра, чтобы еще можно было запятые ставить, знаки препинания. Давай нарисуем пипиську. Давай вот сюда вот. А, называется точка он... Ох, Хьянг. Ох. Ох, Хьянг. Че будешь делать на Новый год? Я «Властелина колец» смотреть. Там 3 часа надо смотреть. Одну серию, а их там, ну, много. Так, ты можешь ко мне привязаться, если что. Я прыгаю. Нет, я не буду к тебе привязываться. Вдруг ты камень и утонешь. А я к тебе привязался. Внизу машина, возьмем? Давай. Ты возьми, а меня подвезешь. Яндекс.Такси 5 звезд поставишь. Тачка из «Назад в будущего». То есть это инвестиции, получается, в будущее? Граната «Зона»? Что это означает? Я не знаю. Ну-ка, метни ее. Мы сейчас не умрем вдвоем с тобой? Пи-пи-пи-пи-пи-пи. А, чё? О, да может внутри! Фига себе, цыганский фокус! Она внутри дамажит. О, смотри, уменьшается. Вот это нанотехнология, вот это папка. Это имбалансная вещь. Это что, конопля растет? Я тут понял, что мне 5 нужны. Ну, учись хорошо тогда. Смотри, какая погода красивая. Погода японская довольно-таки. Хорошо, что не китайская. Ну да, была бы китайская, было бы минус 500 социального рейтинга, минус 2 миски риса и минус 1 кошка-жена. Да что ты, черт побери, такое несешь? А что, так можно было? Ну ты индеец, я балдею. Бум-бум. Не, ну ты индеец, я балдею, бам-бам. Я иду. Я что-то нашел. Спасательный шар нашел. Я нашел дымовую гранату какую-то. Боже мой, сколько-то всего нового. Арбалет удалили. Арбалет удалили? Да. А, подойди сюда. Даже не расстроился, блин. Это что, по-твоему? О. Ты что, арбалет будешь брать? Да. Лучше бы его реально удалили. Что это такое? Рамка мыши, так. Дай подержу, дай подержу. Она вообще беззвучная. А ты меня застрелить ее можешь? Давай попробуем. Спасательный транспорт. Раскрываю. Давай. Пойдем сюда. Пыры-пыры. Смотри, прикрепить. Можно прикрепиться, но не найдет развертывание. Не удалось развернуть. Нет самолетов поблизости. Mission failed. А почему на заднем фоне китайцы там? Ну, игра-то китайская. Да, хорошо. А почему они сверху меня и сверху тебя? Как будто это вот... мы сейчас сидим и играем, раз нет? А, подожди, это наши ветки туда подключены? Да, я вон слева наверху в маске. А вот ты. Да, да, это я. Тут футбол можно погонять теперь. Пас! Ты как его пнул? Зарзас, давай! Ты как его пнул? Нужно разбежаться и левую как мышь нажать. Я шучу. Нашел какое-то новое оружие, К2.
Это я с него играл, никогда его не бери в руки, не вздумай даже. Понял, понял, выбросил. Раньше Вектор был для злых людей, а сейчас К2 для злых людей. Ну, значит, это для меня. Все, я взял обратно. У меня есть друг в школе. Его зовут Владислав. И не стало его. А ты слышал про ящерицу? Что за ящерица? Плотину надо поднять рычагом, я его дам. Канал нужно завалить камнем. Камень я не дам. Инк, мы в зоне. Это означает ли то, что мы зэки? Можно и так сказать. Мы же в зоне. Да, но лучше такого не говорить. Подумают еще какие-то уголовники. А, я понял. Инк, ты очень умный. Ты траекторию самолета отметил, чтобы избегать ненужных столкновений. Да, я сам догадался такого. Никто так не делает, только я. Ловко придумал. Угу. Ой, у нас бензин закончился. Вот это что-то я не умный. Блин. Нам нужно зачистить эту часть справа. Давай, мы топ-1 возьмем, да? Ну, должны. Мы топ-1 возьмем, да? Ну, должны. А у тебя сколько подписчиков? 632 тысячи. И что, они все на меня смотреть, да, будут? Да, мне даже кажется, будет больше смотреть. Ой, стыдно как-то становится. Ну, оделся бы хотя бы, причесался. Чё ты, не подготовился? Не, причёсанная, просто этот, голый сижу. Кстати, ты знал то, что я придуманный? Да, все об этом знают. Я лор-персонаж. Лор? Ну, лор твоего канала. Это теория. Там очень много аирдропов. Поплыли. Масхалат мне, я хочу быть капитан Прайс. А ты кем будешь? А я буду Оптимусом Прайс. Тут два масхалата. Будешь брать? Да, конечно. Посмотри на меня. All healing up. Чего, блин? Миссия такая в Call of Duty. Очень скилловый ты. We'll come next time. У тебя есть собака? Нет, но у меня есть кот. Как его зовут? Вирим. Тут два голых мужика и одна голая женщина. Иди сюда, Инк. Да что-то не хочется, спасибо. Если бы сказал три голых женщины, то я вообще, может быть, согласился. Но ты же гей. Вот это поворот! Инк, мне в школу нужно. Попрыгали в школу. Давай. Чё ты там, дневник забыл? Да. Ну тут, короче, много школьников, которые тоже забыли, видимо, дневник. Тебе пизду, мать дохла опять, что еще кончено. Ты чё там ругаешь, алло? Все, дневник забрал. Больше не прыгаем в школу. Да. Это сундук, чего мы должны топ-1 взять. Я буду потеть сейчас. Надо потеть. Будешь плохо пахнуть. А, у меня пот не вонючий. Ну, я не хочу проверять. Хочешь песенку спою? Ну-ка, давай. То есть ты предлагаешь прыгнуть в Пайнан? Понял? Я умер. Прощай. Не ври. Ладно. Постоянно врешь. Прекращай. Почему? Не знаю, почему ты врешь. Не, почему прекращать? Я умер. Выжил. Меня этот БДСМ едет сбивать. Давай стрелять по нему, слышишь? Давай. Вылез, вылез, вылез! Не поднимай, он один, не поднимай, он один. Я думал, тот чел, который этот, там стоял за камнем, он один. Инк, о, из них. Инк, ты любишь обезьян? Ты сам как обезьянка, посмотри на себя. Почему?
по внешним видам. Че за карта? Куда прыгаем? Че за фигня? Давай в этот вот, в хуй. Там вообще-то L в конце. Вертолет? Что? Смотри, какой там вулкан красивый. А че по зоне? О, мы в зоне. Весело, да, тебе смешно? Вообще. Угар. Сделай тогда ху-ху-ха-ха. Ху-ху-ха-ха. Как ты придумал свой ник, зараза? Это не я его придумал, это не мой никнейм, я его украл. Ну давай, рассказывай, давай. Короче, это было, когда я играл в Майнкрафт, у меня не было лицензионной версии этой игры. Но я хотел себе поставить скин. Но скин в Майнкрафте можно ставить только, если у тебя есть лицензионный Майнкрафт. Но там есть такая фишка, если ты берешь никнейм чувака с лицензией, то у тебя будет его скин. И там была такая штука, которая называется скин по нику. Ну вот, короче, я выбрал как скин, который мне понравился, а там был никнейм у него Зарзасоса. Охуительная история просто. Enemy spotted. Yeah, boy. Fast as fuck, boy. Тупое дерево! Ты на одном хп выжил? Симулятор велобайкера. Теперь симулятор лежания. Друга, друга забыл. Не забыл, молодец. О, не, это ГГ. Какой ГГ, болтаем в шлем и на велосипедике поедь дальше. Да я умру раньше. Алло, слышно меня? Здорово. Да-да. Здорово, как дела? Да пойдет. Давай удачи тебе, хорошей игры, топчик, чтобы ты занял, ладно? Попробую. Давай, пока. Счастливо. Удачи тебе. До свидания. Алло, здорово. Сидит. Хочешь, поменяем себе стоим, посмотри. Вы кто такие? Я вас не звал. А сколько лайков нужно на это видео для продолжения? 40 тысяч лайков? Нет, нет, не 40. 40 102 лайка. Почему 102 лайка? Это оптимальная цена для продолжения. Тем более оно будет очень скоро, потому что мы его уже записали. Наберите, пожалуйста, то я плакать буду. Что бы ты пожелал всем зрителям, которые нас сейчас смотрят, в новом году? Не болейте, любите своих близких, любите Инка, любите, пожалуйста, меня тоже. Смотрите новые наши видео в Ютубе, саморазвивайтесь. Мне даже прям добавить нечего. Тогда остановитесь и не добавляйте ничего. Просто согласитесь с этим, да, и будьте счастливы. Конечно. С Новым годом. Вот начался этот год, что-нибудь прекрасное случилось, и вы такие вот отчасти прям...